Сегодня в утренние часы в самом центре Машгородка на проспекте Макеева в районе спортбара «Оле» под колеса маршрутной «Газели» попала 10-летняя девочка. Она переходила дорогу по пешеходному переходу. Момент происшествия зафиксировала камера видеонаблюдения. На кадрах видно, как шедший в первом ряду КамАЗ останавливается, чтобы уступить дорогу маленькому пешеходу, тогда как водитель «Газели» просто не успевает среагировать на появление из-за грузовика ребенка и затормозить. На 52-летнего водителя маршрутки уже составлен административный протокол. Пострадавшая девочка госпитализирована в больницу. Как сообщают в ГИБДД, ее жизни ничто не угрожает. Ребенок даже пытался скрыться с места происшествия.